Итак, друзья, заканчиваем с городом Никосия. Это у нас столица острова Кипр. Так, вот еще один бежит менеджер пилотского звена. Тоже опоздал. Чуть не опоздал, да. Домой. Очень хороший, кстати, у нас водитель. Улыбается такой, навеселее, позитивчик дает людям. Все, кто сюда заходит, общается, разговаривает. Также говорит, что если вы будете ехать, брать билеты сразу туда-обратно, то будете экономить деньги. Допустим, в данный момент те, кто приехал с города Ларнака и уезжает сегодня обратно, или не обязательно сегодня, в общем, кто туда-сюда билет берет, сегодня, да? На один день, да, кто берет билет, стоит экономит 1 евро за один билет. Вот. Поэтому такие дела. Он об этом говорит людям. Чтобы в следующий раз экономили. А у меня заканчивается батарея. Не знаю, сколько еще будет снимать. Как бы уже горит красная, поэтому буду снимать, пока снимается. Посмотрим, что из этого получится. А мы же потихоньку будем покидать город Никосия. Хорошо. Да, вообще так. Значит, нормально. Значит, что сиденье откидывается. Да, да, удобные сиденья. Очень приятно. Вообще эти удобные, вообще эти автобусы здесь, несмотря на то, что вот они такие старенькие, они какие-то удобные, какие-то свежие, что ли, какие-то, не знаю, как-то. Вот, допустим, на той же Мальте мне автобусы абсолютно не понравились, какие-то неудобные были, здесь же удобные автобусы. Просто на Мальте они тоже были такого же времени, как эти, то есть не совсем современные, не совсем новые, как сейчас, допустим. Эти получше, намного получше. Просто видишь, они сами по себе не очень новые, как, допустим, в таких европейских, ну, конкретных европейских странах, да, там, Германия, Швеция и так далее. Вот, а Голландия, да, точно. Вот, то есть до них они, конечно, отстают. Зато, пожалуйста, проходите. Они здесь. Да. У них, кстати, здесь такая прикольная фишка, то что вот эти шоферы, вот мы столько идем, я не знаю, по крайней мере, вот с нами сегодня такие истории здесь случаются. Не только сегодня, вообще, допустим, едет машина или едет какой-то автобус, или едет КамАЗ даже, какой-то грузовик. И вот он останавливается, несмотря на то, что мы на красном свете стоим, то есть мы должны стоять, он останавливается и говорит, проходите. А иногда наоборот ситуация интересная. Ты проходишь, то есть машина тебя пропускает, но потом загорается зеленый свет для тебя, для пешехода. Но уже людей никого нету, так как они пропустили. И вот на этот зеленый свет они сами едут. То есть для них, да, на свой красный, да. То есть такие вот прикольные моменты у них. То есть как бы, если так...